За что ты стенку ломал сегодня так жестоко? Вот этих вот надувных мальчиков зачем обижал? По лицу бил, по лицу вы видели. Вот эти, которые лежали, надувные стенки. Это мат, там, они. Может быть, тебе дают такую установку, в игре будешь так стенку разламывать спартаковскую. Посмотрим. Как настроение перед матчем? Настроение хорошее, как у меня, так и у команды. Может быть, слишком веселое? Ну, может быть, слишком хорошее? Надо, может, посерьезнее готовиться к Спартаку? Завтра уже посерьезнее. Вчера тренировка хорошая была. Тоже посерьезнее тренировать. Сегодня такая тренировка на отдых. Завтра уже посерьезнее. А сегодня одна тренировка, да? Да. А почему такая короткая? Хорошо идет. Ну хорошо, когда короткая, да? Вчера длинная уже. А, то есть сегодня отдыхали. Соперник, на твой взгляд, серьезный? Или сейчас Спартак — это не тот Спартак? Я уже говорю, конечно, серьезный. Это дерби. Это всегда тяжелый матч. Спасибо.